Прежде чем начать рассказывать про нитки, хочу предупредить новичков. Я буду использовать три разные нитки, но вам все-таки предлагаю попробовать сначала только нитку из фикс-прайса, потому что вы ее пойдете сразу купите, и она стоит недорого. Вы, по крайней мере, поймете, ваше это или не ваше, потому что остальные нитки все равно вы будете заказывать, например, через интернет. И пока вы будете ждать, может, вы не захотите, уже перегорите. Ну, всякое бывает. А здесь, ну, результат немножко, конечно, будет другой, но, по крайней мере, вы поймете, нужно оно вам или нет. Так что можете использовать вот только один шнур хлопчатобумажный из фикс-прайса. Он стоит рублей 80. Ну, возьмите две на всякий случай. Мало ли что. Сейчас расскажу про нитки, которые я буду использовать. Вот такая нитка. Это у меня колбасный шпагат. Так вот он выглядит. Ну, я его заказываю просто для... в интернет-магазинах. Ну, там все для колбас. Можно просто задать колбасный шпагат и посмотреть, который ближе всего к вам находится, интернет-магазин, и там заказать. Еще я буду использовать вот такую нитку. Это у меня шнур, хлопчатобумажный шнур из фикс-прайса. Я там покупаю. И буду использовать просто вот такой обычный моток пряжи, хлопковый. У меня это детская сказка. Вот стопроцентный хлопок. Но это не обязательно конкретно эту использовать. Можно, это просто практически первое, что мне попалось на глаза, поэтому я ее использую. Можно подобрать любую хлопковую пряжу. Клей я использую титан. Можно любой другой полимерный клей. Разливаю вот в такие баночки. Ставлю вам кусочки видео. Еще понадобится клей ПВА. Его я разбавляю немножко водой, чтобы он был более жидкий. Тоже ставлю кусочек видео. Также нам нужны будут вот такие бамбуковые палочки. Ну, я их тоже покупаю в фикс-прайсе. Если таких не найдете, то можно просто обычные бамбуковые шампуры. Для украшения понадобятся вот такие 4 полубусины под жемчуг. Заказывал я их на AliExpress. Ссылка будет в вордовском файле. И вот такой камень, как кабошон. Тоже заказывал на AliExpress. Таких нужно будет 2. Заказывала на AliExpress, ссылку тоже оставлю. Но если не хотите долго ждать, можно поискать, например, на ярмарке мастеров или в каких-то соцсетях, задать камни-кабошоны и попробовать найти похожие. Для оформления каркаса нам понадобится любая черная пряжа. У меня хлопок. И последнее, что нам понадобится, это лак глянцевый акриловый. Ну, у меня вот такой лак для стен. Супер глянцевый, подходит для детских и лечебных учреждений, без запаха акриловый. Можете такой же, можете какой-нибудь подобный. Лак необходим нам будет, чтобы покрыть в конце всю работу. Немного расскажу об инструментах, которые я использую. Ну, самое главное, это, наверное, ножницы. Для меня самое главное, чтобы у ножниц очень хорошо резали кончики. Сейчас я вам покажу, например, когда мы отрезаем, чтобы именно кончики хорошо резали. Не все ножницы очень хорошо режут, поэтому подберите для себя более удобные. Потом я использую вот такие маленькие ножнички. У них должен быть очень острый кончик, ими я заправляю кончики. Использую вот такие бутылочки для клея. Этот использую, чтобы смазывать нитку. Ну, если толстые какие-то рисунки, тоже можно наносить. Этот использую, когда более тонкие рисунки, и именно наносить на рисунок клей. Очень удобно. Заказывал на AliExpress.
Потом использую вот такую лопаточку. Ну, кое-где прижимаю просто где нужно. Она силиконовая. Покупала в фикс-прайсе. Силиконовая, не прилипает к ней клей. И использую вот такой крем. Ну, крем можно использовать любой. Лишь бы он был белый и жирный. Только не желтый. Перед каждой работой всегда нужно смазывать руки кремом, чтобы клей не прилипал к рукам. И также смазывать инструменты, чтобы опять-таки клей не прилипал к инструментам. Вот так просто смазываем. Рисунок необходимо вставить в файл. Но прежде чем вставить, я наклею двусторонний скотч, чтобы его закрепить к файлу, чтобы рисунок у нас не дергался. Для этого я буду использовать малярную ленту и двусторонний скотч. Для начала берем вот эту нитку, которая колбасный шпагат. Обрабатываем ее клеем. Для этого беру клей, наношу немного на пальцы и вот таким образом обрабатываю нитку, пропитываю ее клеем для того, чтобы она стала более жесткой и упругой. И вот для сравнения, что было. Вот такая нитка у нас была, ну такая мягкая, расслабленная. И вот такая стала, как проволока жесткая. И вот такая нитка была. Начнем вот с этого овала. Для этого берем нитку. Немножко руки можно клеем смочить. Так подворачиваем немножечко. И закручиваем нитку вокруг. Временами смазываем клеем, чтобы нитка у нас схватилась, не распускалась. Соблюдаем именно форму овала. Нам нужно получить не круг, а овал. Для этого немножко приминаем с боков и вытягиваем. И так делаем до тех пор, пока у нас этот овал не ляжет прямо по рисунку. Всегда сверяемся с рисунком. Если вы примеряете к рисунку и чувствуете, что у вас не получается овал, тогда немножко нитку делаем вперед, наверху, а по бокам делаем плотно. Вот так можно оставить такие небольшие зазоры, так как мы все равно будем сюда приклеивать кабошон. Таким образом. Поэтому эти зазоры не имеют значения. Можно немножко здесь оставить зазор, а вот здесь на боках приклеить. И тогда у вас овал совпадет по рисунку. Когда у нас овал сформирован, обрезаем нитку таким образом под углом. Вот так вот под углом, чтобы когда мы приклеили эту нитку, когда мы будем приклеивать вот эту нитку, переход будет незаметным, то есть наша нитка сольется с овалом вот таким образом. Примеряем с рисунком. Наш овал полностью совпал, осталось нам только приклеить.
Когда приклеиваем, немножко еще смотрим, придаем ему форму. Желательно, чтобы он вписался в рисунок. Можно немножко помочь себе лопаточкой. Затем начнем делать вот эти лепестки. Не забываем каждый раз перед работой смазывать нитку клеем. Вы можете вот так немножко промазать, когда чувствуете, что опять нитка прошла. Ну, такая мягкая. Опять промазывайте клеем. Ну, начнем вот с этого листочка. Клей наносим по рисунку. Вот по лепесточку прямо. Я немножко буду крутить, потому что мне неудобно. Важно вот этот кончик заправить под овал внутрь. Заводим таким образом. Не сильно. Чуть-чуть только кончик, чтобы заправить кончик под изделие. Чтобы у нас нигде ничего не торчало. Никогда не должны быть видны кончики. Нигде. Обрезаем под углом. Вот таким образом. Чтобы нам соединить нитки стык в стык. Покажу на примере. Если у нас нитки обрезаны под углом, то мы их легко можем соединить стык в стык. У нас будет ровный кончик, без всяких швов. Вторую сторону также кончик заправляем внутрь. Также обрезаем под углом. Ну, для начала это может быть сложно, но с опытом вы привыкнете. И поймете, в каком месте нужно обрезать и как эти стыки соединять. Если боитесь сразу начинать с работы, боитесь испортить работу, то попробуйте сначала где-нибудь потренироваться. Нам нужно сделать внутри три нити. То есть это один. Вот это два. Также заводим кончики, помогаем себе ножничками острыми. Острым кончиком. Не обязательно ножницы. Можно использовать любой кончик острый. Обрезаем. Нитку заводим под овал. Обрезаем. Кончики стыкуем. Немножко их причесываем. И соединяем. Можно воспользоваться лопаточкой. И третью нить. Затем делаем внутри вот эту капельку, чтобы внутри не утолщать нам вот это место. Мы сделаем нитку, пустим только вот здесь. Здесь делаем две нити. Для этого также нужно обрезать кончик под углом. Кончиком поставить вот сюда, таким образом, чтобы стыки были не видны. Повторить рисунок. Обрезаем под углом. Управляем таким образом, чтобы нити наши были не видны, кончики. Делаем вторую нитку. Также кончик под углом.
Также под углом обрезаем и состыковываем. Можно добавлять немножко клея. Тогда кончики не будут бахромиться. Переходим к следующему лепесточку. Будем делать вот этот. Также по контуру рисунка наносим клей. И также этот лепесток выкладываем в 3 нити. Затем выкладываем вот эту капельку. Так, для этого наносим клей по рисунку. И выкладываем по рисунку узор. Не обрезаем, просто округляем. И вот тут вот кончики между собой состыковываем. Напоминаю, нигде никаких кончиков не должно быть видно. Все кончики должны быть заправлены аккуратненько. Делаем 3 нити. Вот этот узор выполняем наподобие вот этого. То есть, когда у нас кончик нитки состыковывается на части только узора, они доходят до конца. Чтобы это делается для того, чтобы нам все-таки немножко оставить пространство и создать вот эту ажурность. Чтобы не был весь узор забит нитками. Нам же нужно создать ажурность. Иначе теряется смысл. Таким образом. Кончики не должны быть видны. Делаем вот этот лепесток. Также делаем в 3 нити. Здесь внутри полностью не делаем, делаем только перешейк, как в этом и в этом случае. Здесь у нас 2 нити. Переходим к следующему лепестку. Здесь будет 3 нити. Здесь внутри делаем только перешейк в 2 нити, как здесь, здесь и здесь. Этот узор будем делать не клинышком, а полукругом. Сейчас покажу, как. Также вставляем нитку под овал. Здесь нитку не обрезаем, а поворачиваем по рисунку. Здесь, когда обрезаем, оставляем маленький-маленький хвостик, чуть побольше. Примерно вот так. Потом берем ножнички маленькие. И туда этот конец просто заводим под овал. Можно маленький клей добавить. Вот так прижимаем. И делаем еще 2 нити. Если под овал уже некуда заводить нити, если там уже все занято, то нить оставляем просто вот здесь, но только очень аккуратно прячем кончики, чтобы кончиков не было видно.
Вот таким образом. Можно добавить клея. И кончики как бы зачесываем туда внутрь. Вот такими движениями. Вот кончиков не видно. Эту капельку будем делать полностью в три нити. В этом перешейке тоже будем делать три нити. Но нить у нас пойдет прямо из предыдущей капельки. Вот таким образом. Мы будем вставлять нитку прямо вот сюда. Таким образом. Кончики все прячем. Одну нитку можно пустить вот сюда вниз. Если чувствуете, что у вас вот тут места осталось очень мало, и вы не хотели бы ее завивать, то нитку спускаем ниже. Вот таким образом. Затем делаем вот этот перешейк также. Он будет у нас выходить из предыдущей капельки. Кончики все заправляем. Теперь делаем вот этот лепесток, он у нас как раз таки пойдет клинышком. Также в три нити. И делаем внутри капельку, также в три нитки. Теперь делаем вот этот вот круг. Для этого есть два способа. Можно сделать просто руками. Немножко смачиваем руки клеем. И как бы подворачиваем ниточку под себя. Ну, вот такими круговыми движениями. Делаем круг. Вот так просто вокруг себя ниточку обматываем. И смазываем клеем время от времени, чтобы круг у нас схватился. Примеряем к картинке. Наращиваем до тех пор, пока он не встанет в нашу картинку. Примеряем всегда, чтобы не переборщить. Ну, примерно вот так. Обрезаем так же, как показывал с овалом, под углом. Также приклеиваем, прижимаем таким образом, чтобы не было видно кончиков. И приклеиваем на нашу картинку таким образом. Вот тут необходимо смазать клеем края, чтобы у нас овал соединился с нашим рисунком. Помогаем себе ножничками. Заводим кончик в рисунок. Вот
таким образом. И второй способ, можно воспользоваться просто пинцетом, обычным пинцетом. Желательно, чтобы кончики были заостренные. Просто берем кончик нитки, подхватываем и обкручиваем нитку вокруг. Делаем такое колечко, улиточку. Потом аккуратно подхватываем и пинцет вынимаем. И продолжаем дальше делать круг. Теперь нам нужно сделать вот эти вставки. Для этого беру уже другую нитку, вот этот шнур из фикс-прайса. Наносим клей по рисунку. Вставляем ниточку прямо вот в этот проем и подворачиваем. И обрезаем. Кончики заправляем. И делаем вторую нитку. Все вот эти вставки мы делаем этой ниткой в две нити. Так, берем, подворачиваем. И обрезаем. Кончики прячем. Так делаем со всеми вот этими узорами. Вторая сторона у нас идентичная, поэтому просто повторяем то, что делали вот здесь.